Сегодня наша команда пришла в кванториум в 9 утра, и мы увидели ребят, которые старательно соединяли небольшие детали друг с другом. Кто они и что они делают? Мы обязаны в этом разобраться. Мы внимательно пронаблюдали за ними и выяснили. Первое. Они пользуются компьютерами, которые наверняка передают им секретную информацию. Второе. У них есть очень много деталей, из которых они делают непонятные объекты. Третье. Эти объекты после сборки двигаются. Заметили? Повсюду надписи «Чемпионат юниор-профи». Что бы это значило? А еще рядом с этими ребятами ходят люди в зеленых футболках. На свой страх и риск мы подошли к ним, чтобы разузнать информацию. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем сейчас занимаются ребята? Ребята сейчас собирают роботов, выполняют конкурсное задание и тестируют, получается, на трассе своих созданных роботов. Что впоследствии они будут делать с этими роботами? Выполнять конкурсное задание от считывания штрих-кода до зоны поваров и холодильников. То есть все это будет выполнено. Восстание роботов может случиться? Я думаю, что нет. А хотелось бы? Нет. Спасибо. Ага, теперь мы почти все знаем о том, что здесь происходит. Необходимо опросить юного инженера. Привет, почему ты выбрал именно робототехнику? Робототехника очень увлекательная, развивательная, и можно очень много всего собирать. Что ты собираешь именно сейчас? Сейчас я собираю робота, который отвозит кубики на несколько баз, на первую, вторую, а потом сам приезжает на свою первую базу, откуда он начинает ехать. Как ты думаешь, восстание роботов может случиться? Нет. I mustn't. А ты бы хотел? Нет. Почему? Захватит мир роботов. Почему же? Много фильмов насмотрелся про роботов. Страшно. И думаю, что они захватят мир. Наше разоблачение прошло успешно. Мы выяснили, что робототехника доступна для каждого человека любого возраста. Робототехника – это будущее. Чемпионат юниор-профи – это про развитие.